парке «Ласточкины горы» десятки горожан, которым не безразлично состояние окружающей среды. Их собрал фестиваль. Его здесь организовали пензенские экоактивисты. Сложности есть в любых начинаниях, в любых организациях. Главное – это как подходить к этим сложностям. Если ты горишь душой и ты действительно хочешь это сделать, несмотря на прогноз погоды, вот, то, конечно, ты получишь от этого удовольствие и не будешь обращать внимание на все сложности. Очень много энтузиастов, которые приходили, тоже просто вот гуляли по Западной, приходили, а что у вас здесь, давайте я вам помогу. Готовились к празднику основательно, на одной поляне зона отдыха. Есть место для тех, кто хочет просто посидеть и расслабиться. Рядом организовали торговый ряд, куда каждый мог принести свои старые вещи. Часть из них придадут в благотворительный фонд. Здесь же творческие площадки, где прошли мастер-классы, выступления поэтов и музыкантов. Мы привезли свою фотозону, то есть мы люди творческие, поэтому даже из такого подручного материала мы смогли сделать вот такую нашу фотозону. И мы привезли три мастер-класса. Вот, например, наши девочки покажут мастер-класс монотипию, то есть как из отпечатков, тоже, в принципе, из обычных предметов можно сделать настоящее произведение искусства. Но главная часть фестиваля – это уборка одной из самых популярных зеленых зон Пензы. Тут вели прием бытовых отходов двух видов – стекло и смешанный мусор. Кстати, не все старые вещи стоит выбрасывать. К примеру, джинсы вместо того, чтобы отправить на тряпки, можно отдать в руки мастера, и они получат вторую жизнь. Пошивом я занимаюсь уже достаточно долго, и есть небольшой опыт, и как-то так в голову стукнуло. Я решила шить вот этот вот шопер, это самый первый. Ну, не очень. Ну вот, это первое, что было. И потом я пришла в пространство экологичное, мне предложили, давай, говорит, Саш, выставись у нас, шей побольше всего, и выставись. И как-то начала шить. В планах организаторов провести еще один такой экологический и в то же время познавательный фестиваль ближе к осени.